Еще раз всем привет. Продолжая тему винограда, 26 апреля. И вот так вот уже выглядит русский ранний. Такие вот почечки на нем. Очень даже неплохо. Так, все равно эта сторона, где солнце побольше. Здесь вот юбилейного черкаска, который самый первый стартанул. Вот уже такие панцы. Так, это у нас плевен. Тоже очень неплохой старт уже у него. И вот в Бенноу. У Бена хорошо и стартануло уже и на арочке. Так, Чарли только-только. Вот. Начинается там пушочек. Ну, старт пошел и уже хорошо. Это все было в неукровном состоянии зимой. Какие этот плевен, который чисто растет здесь возле дома на перголе. Здесь с краю самые такие серьезные уже старты. Когда-то прививка была. Так, вернее, это была не прививка, а проба прививки. Так, здесь еще не подходило, и здесь у нас кишмиш лучистый. И вот лучистый. Вот такой. Правда, есть такой небольшой вопрос, может, это не лучистый. Подписан лучистый, но все возможно. Так. И Лакрестн. Пересадка этого года трехгодичный. Тоже уже пошел в рост. И вот у нас Благовест. Благовест тоже отлично себя чувствует. Шифер теплый. В общем, здесь я не думаю, что даже подморозит, если вдруг еще вернулся заморозки. Ну, вроде бы все.